Всем привет, с вами Нью и Зетсу, вы на канале Фрикаделька, а это у нас Хогвартс Наследие. Да, всем привет, а мы продолжаем, ну это не пойдем делать. Ну да. Это далековато, конечно. Так. Так, а нам надо переместиться. А нам нужно в зал картографии. Надо переместиться просто в зал. Похоже, мы пошли по сюжету, наконец-то! Сюжет продолжается. Ура! Посмотрим, что скажет третья директриса. Сейчас скажет, о боже! Она такая, сначала вам нужно время, потом такая, о боже, нам нужно решать это прямо сейчас. Хуйня, она распахнула. Это у меня, у нас Мартик так из туалета выходит. Распахивай все двери. Ну здорово. Здравствуйте, профессор. У меня новости. Гоблины что-то разыскивают. Еще одно хранилище. И они построили для этого буры. О, это меня тревожит. Эти хранилища что-то вроде футляра, найденного мной в замке Руквудов? Именно так. Боюсь, нам нельзя терять время. Взгляните на карту. Взглянем же. К счастью, место проведения испытания близко. Что это? Совет? А. Вам ведь известно, что я возглавляла школу? Мой портрет висит в кабинете директора. Я была там и видела, как профессор Блэк узнал о вашем прибытии. И признаюсь, вы меня заинтересовали. Погодите, следующее испытание в кабинете директора? О. Действительно. Я надеялась, что когда придет время, хозяин этого кабинета поможет нам. Но это сильно увы, вряд ли. Нынешнего директора, по-видимому, совершенно не заботит ничего, кроме его собственной персоны. Вам нужно попасть в кабинет, пока его там нет. Понимаю. Что ж, я что-нибудь придумаю. Хорошо, фига попроси. Тогда я буду ждать вас у портрета. До встречи. Ладно. А, ладно, другой как вопрос. Же мне попасть в кабинет директора? Нужно спросить профессора Фига. Может, он знает, что делать? Нет, ладно, это понятно. Спросим Фига. Я вообще вопрос задавал, где кабинет директора-то до сих пор? Ну тебе сейчас покажут, и ты будешь знать. А где профессор Фиг? Выйди, видимо, из зала картографии, узнаешь. Господи боже. Я не могу вообще ничего найти. О. Ура! Ладно, побежали. Ты реально хочешь побежать? А то кто тут бежать-то? Он где-то рядышком. Нихуя себе. Нихуя себе рядышком. Мы полсовой серии будем только бежать. Накопленные очки талантов. Бесконечно. Фиговый фиг. Мистер Фиг. Здорово. Ривель. Подождем тебя. Ночью, что ли, на дворе надо ждать тебя? А, нет. Ты... Ну, он чисто через пару часов пришел просто. Ой. Хотелось бы им, профессор Фиг. Хранители показали, где следующее испытание. Ну надо же, с чего это вдруг? Мы с Лодгаком узнали, что гоблины разыскивают другое хранилище. Вроде того, что мы видели в замке Рук. Они строят огромные буры, чтобы продолжать свои вообще не помещаются в тайминге. Профессор Фиджеральд крайне этим обеспокоена. Понимаю. Очевидно, Ранроку известно куда больше, чем мы думали. Да, сэр, и это еще не все. Лодгак знал Мириам. Он знал Мириам? Они встретились в замке Руквудов. Она проводила исследование. Именно там она нашла футляр с порталом. Она ему так понравилась, что он позволил ей забрать футляр, вопреки приказам Ранрока. Даже не знаю, что сказать. Она практически любого могла завоевать. Я хочу узнать больше. И не мешало бы поговорить с Лодгаком напрямую. Но сейчас на это нет времени. Где будет следующее испытание? Хотите верьте, хотите нет, но в кабинете директора. Невероятно. Тогда вы должны узнать пароль, чтобы каменная Гаркулия вас пропустила. Спросите у эльфа-директора. Не встречался с Кроуп, но сомневаюсь, что он мне что-то расскажет. Он полностью предан семье Блэк. Уверен, так что без маскировки не обойтись. И у меня есть идеальное решение – оборотное зелье. Внешностью и голосом вы станете точь-в-точь, как профессор Блэк. Погодите,
Разве для оборотного зелья не требуется частичка того, в кого хотите превратиться? Да и варить его нужно целую вечность. Все верно. Так откуда у вас готовое оборотное зелье для превращения в профессора Блэка? Никогда не узнаешь, когда такие вещи могут пригодиться. Скажем так, после бесполезной поездки в министерство по его поручению, я подумал, что нужно быть готовым ко всему. Сейчас главное время. Пейте зелье, а я объясню дальше. Нет, ладно, хер с ним. А скроп это случайно не с Гарри Поттера? Не-не-не-не, это помнишь, мы в эту ходили? Вольно. В пещеру с этим, с... как он называется? Да, да. Со спрутом. Вот это да. Так нравится, что костюмчик тоже поменялся. Нормально. Хотя оборотное зелье так не делает. Невероятно. Но как-то уж слишком. И, кстати, голос оно тоже не меняет. Как я звучу? Убедительно. Я взял на себя смелость трансфигурировать вашу магию. Вот тебе. А, ладно. Как хорошо. Вы говорили, вам понадобится узнать пароль у Скроупа, а он может быть где угодно в замке. Попробуйте поискать профессора Кагалу. Она взялась изводить несчастного эльфа насчет квиддича в надежде, что тот сможет убедить Блэка передумать. Пока безуспешно. Понятно. А если профессор Блэк меня увидит? Предоставьте его мне. Я скажу ему, что нам нужно встретиться с представителем министерства в Хогсмиде. Так что у вас должна быть куча времени. Спасибо, что он скажет, профессор, если когда они не встретятся? Встретимся потом в зале картографии. Довольно странно слышать слова благодарности из уст профессора Блэка. Увидимся там. А теперь нужно найти домашнего эльфа детей. По Гарри Поттеру оборотное зелье не меняет голос. Ну, она, видимо... Причем это и в книге было написано, насколько я помню, и в фильме это прям показано, когда Гарри говорит Рону, подожди, что а как? Голос да, знаешь, что я хочу сказать? Управление? Где управление? Если напишите. Ёб твою мать. Не понял. Чё ты смотришь? А. Это просто письмо, чё ты? А, окей. Так, ладно, я хочу глянуть... Нет, а где... А вот. А что ты хочешь найти? М? Хочу... О, идти. А, о. А зачем ты хочешь ходить? Да я просто хотел посмотреть, как вообще ходить. Иногда просто полезно. Профессор, ну, да. Не уделите мне минутку? Не. Профессор, я как раз вас искал. Я весь в делах, профессор Шарп, весь в делах. Понимаю, сэр, но... Вы обращались ко мне по поводу одного зелья, и... Я... Каком зелье? А, ну да, зелье. Ну так выкладывайте, Шарп. Не торчать же здесь целый день. Полагаю, лучше поговорить об этом в другом месте, сэр. Нет. Мне решать, что... Уверяю вас, Шарп, можете говорить свободно. Ну, хорошо. Я изготовил зелье от прыщей и фурункулов, как вы и просили. Могу принести его вам в кабинет, когда скажете. Ну да, конечно. Обойдемся без конспирации. Пусть кто-то из учеников принесет его мне. Из учеников? Хорошо, сэр, раз вы настаиваете. Сука, блядь. Настаиваю. Большое вам спасибо, Шарп. Надеюсь, вашего зелья хватит, чтобы вывести все мои фурункулы. Окей. Осталось решить, кому из учеников достанется эта незавидная задача. Гордитесь, чистокровные! Будущее за вами! Кто-нибудь видел мое зеркало с ручкой из слоновой кости? Никто, ну еще. Мне показалось, что это директор идет. Что надо? Гаррет! То есть, мистер Уизли, что вы здесь делаете? Разве вы не должны быть где-то в другом месте? Да, профессор, конечно. Но я бы предпочел оказаться в другом месте. А вам что-то от меня нужно? Я ищу своего домового эльфа. Должно быть, вы его видели. А, одноухого такого. Он только что шел в большой зал и бормотал о ваших безупречных манерах, сэр. Я за вами слежу, мистер Уизли. Мистер Рединг, владелец Сладкого Королевства, сообщил мне о пропаже нескольких жал веретенницы. Основной ингредиент для зелий. А вы, насколько я знаю, считаете себя искусным зельеваром. Что? Я смотрю, ей прям понравилось. Я даже не хожу в Сладкое Королевство. Я... Довольно. Просто знайте, что у меня везде есть глаза и уши. Что она делает? Да, она издевается над... А погладить кота можно? Да.
Я хочу, чтобы Блэк погладил кота. Молодец. О, да! Вот так. Давай-давай, мяу. Вот так история для дневника. Сука. Марго очень странная, если честно. Хочется ей так развлекаться. Нет у меня времени на вас. Ни на кого из вас. Прочь с дороги. Профессор Блэк. О, министр. Мистер Мракс. И куда же вы направляетесь? Прошу прощения, сэр. Я просто направлялся во двор. Никак решили устроить себе выходной? Типичный ученик, тратящий время попусту. Мне нужно написать эссе на 20 дюймов об одеяне. Я шел в теплицу. Ах, да! Если его смешать с гноем Бобонтюбера, то получится весьма недурная паста для усов. Да, отличная паста для усов. Вы хорошо себя чувствуете, сэр? Вы на себя не похожи. Уверяю вас, я вполне здоров, Мракс. Если мне потребуется диагноз, я обращусь в больницу Святого Мунга. Вот и все. Пошел. Осторожнее, это директор! По-твоему, так выглядят начищенные до блеска ботинки? Начисти их как... Профессор, на пару слов. Да, конечно, давай. Профессор Блэк, послушайте. Сейчас разрешит. Можно пересмотреть решение касательно квиддича. Еще можно провести пробы и немного укоротить сезон. Так будет лучше, чем совсем без квиддича. А как же травмированный ученик, мадам Кагава? Профессор, кто только не получал бладжером по голове на поле для квиддича. Иногда это только на пользу, дурь выбивает. И никаких последствий для них не было. То, что это произошло с чистокровкой, не повод для... Что за бред? Я о том, что для вас какая-то дурацкая игра важнее здоровья ученика. Дурацкая игра? Я... С вами иногда просто невозможно говорить, сэр. Я размышляю написать насчет вас министерства в отдел магических игр и спорта. Хорошая мысль. А если вам нужен пергамент, можете одолжить у меня. И где это носит моего домашнего эльфа? Я... Пергамент? Что ж, так и сделаю, и с удовольствием. А Скроупа я видела в большом зале. Похоже, он меня избегает. Интересно, почему? Хорошего дня, мадам Кагава. Вот и все. И чем мы заслужили такого? Ешь с открытым ртом. Как ты себя ведешь? Ей очень понравилось. Да. Она прям остановиться не может. А где Скролп-то, блин? Да я не знаю. Как попасть в большой зал? Ё-моё, летучая память. А ты не можешь перемещаться. А куда бежать-то тогда? Я думаю, тебе наизусть знаю, где большой зал находится. Ё-моё. Кстати, по роду Скролпа. Вот это поворот. Подожди, а можно как-то... А, вот большой зал. Точки с летучим пламенем. Это не здесь. Большой зал где-то... Получается вот здесь... Нет, не тут. А тут? Нет, не здесь. Да в смысле, он где-то снизу уже был. А вот большой зал. Ладно. А вот у тебя вот направо тебе показывается. А вот, все, нашел. Красиво. Мисс Бум! На два слова. О, профессор, вот это сюрприз. Кстати, моя фамилия Блюм. Напомните избранную вами область магии, Бум. Сов уже не за горами. Сука какая. Заклинание, сэр. Невербальные чары без слов. Поработать бы над тем, что заставляет исчезнуть. Продолжайте в том же духе, Бум, и вскоре научитесь становиться невидимкой, как и кое-кто из новеньких. Я тоже предпочитаю ее не замечать. Маленькая гнусная вымогательница прихватила мой дневник. Что вы сказали, Бум? Ничего, сэр. Раз уж мы упомянули невидимок, где носят моего домового эльфа? Мне кажется, с директором явно... Эти жалкие потуги, выдаваемые за магию, которые приходится наблюдать здесь, вынуждают меня скорбеть о будущем мира волшебников. Я... На минуту, пожалуйста. Да, блядь. Здравствуйте, профессор. Профессор Уизли, как приятно вас видеть. Простите? А, хорошо, что вы здесь. Мне бы хотелось поговорить с вами о профессоре Фиге.
Ну, хорошо. Мной было принято решение предоставить ему больше свободы действий. Свободы действий? Считаете это разумно? Честно говоря, я беспокоюсь за его учеников. Он почти не бывает вообще в школе. А я по нему и не скучаю. Я знаю, но пусть все останется как есть. Понимаю, но позвольте сказать, меня очень волнует, что кто-то новенький так много времени проводит вне школы, вероятно, по поручению профессора Фига. До меня дошли тревожные слухи об их авантюрах, начиная с посещения запретного леса и заканчивая стычкой с приспешниками Ранрока и Руквуда. Что? Господи, профессор, это же просто слухи. Нельзя верить всему, что болтают. Нет, нет, конечно, нельзя. Ладно, я присмотрю за Фигом. А вы продолжайте делать свою работу, с которой так здорово справляетесь. Вы просто молодец. Ну, что ж, я... спасибо. Но я бы с радостью занялась... Хорошо, хорошо. На сегодня все, Уизли. То есть, профессору Уизли. Хорошего дня. Ну, вот и все. Здорово справляетесь. Свободы действий для профессора Фига мне никогда не... Здорово. Это даст профессору Фигу небольшую передышку. О. Еще заметит, как хорошо Скроуп справляется с работой. Скроуп! О, приветствую, хозяин. Напомни мне пароль для входа в мой кабинет. Но хозяин заставил Скроупа поклясться. То никому не скажет, даже хозяину. Ты что, спорить со мной вздумал? Пожалуй, изменю твои уши под стать остальному. Да, сэр. Разумеется, сэр. Скроуп молит о прощении. Это семейный девиз Блэков, хозяин. Ну, конечно. Я... Хозяин запамятовал. Ну и какой семейный девиз Блэков? Ну, наверное, про чистоту крови. Я не помню, что это семейный девиз Блэков. Чистота крови навек, не так ли? Почти, хозяин. Скроуп думает, что хозяин его проверяет. Там должно быть навеки вечные. Разумеется. И, конечно, как известно хозяину, на французском. Конечно. Приказываю тебе произнести его вслух. Хозяин знает, что Скроуп прескверно говорит по-французски. Ну ладно. Toujours pour. Есть еще кое-что, Скроуп. Я отобрал этот гнусный дневник у ученика. От него несет кальмарами и морской водой. О, дневник Аполлонии. Это что, отсылка на Гарри Поттера? Это весьма неожиданно, хозяин. Это что тот, который мы забрали у него? С этим сокровищем, непотребством. Что хочешь, Скроуп. Отныне это твое сокровище. А теперь ступай. Носок там будет? Попозже нам, наверное, что-то покажут. Ты что, не перевели? Она рыгает. Беги, беги, беги! Скоро здесь, пока действие обратного зелья не прекратилось. Все уже началось. Тужурпур. О, подожди. Господи. Все, конец уже. Подожди, это что-то... А, как раз вовремя. Действие зелья заканчивается. Все, прощайся. Профессор, какой ужас. Даже не верится, что сработало. Теперь нужно сказать горгулью пароль. А какой горгулье это, блин? Я не знаю. Тужурпур. Не, ну, кабинет Дамблдора тоже находился за горгульей. Че? Ладно. Да подожди, у тебя сейчас обновится. Очень хочу в кабинет посмотреть, где он все-таки находится. Тужурпур. А как там, вот, как там уместилась чистота крови навеки вечные фразу Тужурпур? Я не знаю. Никто, наверное, не знает. Хотя, может, и так и звучит, кто уже его знает. Так, подожди, но кабинет профессора, я понятно, что наверху, это было логично. Он, по-моему, вот в этой вот штуке, прям вот в этой вот колонне, мне кажется. Сейчас посмотрим. Как его раньше-то не мог найти? Сейчас наверх поднимаемся, окей. Еще выше. Еще выше. И еще, и выше, и выше, и выше. Выше.
Это мы уже делали. Ну да. Еще выше. Все, это максимальная высота. Я, значит, не в колонии. А, еще выше. Ну, видимо, сюда ты уже не лазил. Нет, это зал трофея. Здесь были. Тут даже что-то шумит. Сюда. Надеюсь, у тебя все хорошо. Еще выше. Ё-моё. Здесь, кстати, проход мог быть закрыт. Да, по-моему, слушай, вот здесь, наверное, мы уже не были. Так, а вот здесь мы уже явно не были. Третья лохомора. Как ты хорошо успел получить ее. Так, что тут у нас? Ривель. Кто тут у нас живет в этом месте? Пор. Вы не можете больше рябинного отвара взять, но это логично. Зато бабосики могу взять. Арфа. Ривель. Да оно не здесь. Ну как будто вот где-то тут. Здесь. Справа письмо какое-то. Дорогая сестра, я была счастлива получить от тебя сову. Вижу, ты, как всегда, сражаешься не только с нерадивыми учениками, но и с несносным директором. Твое терпение не знает границ. К слову о терпении, спасибо тебе за все, что ты сделала Эльдогарета. Чутье у тебя и вправду хорошее, что ему нужно, так это грамотное сочетание строгости и поощрения. Признаюсь, я рада, что теперь он испытывает свои новые зелья на других учениках, а не на родственниках. И ведь он всегда преподносит это как привилегию. Вам повезло, вы попробуете первыми. Притом, не упоминая о возможных побочных эффектах. Ну, мне пора. Прости, что письмо такое короткое. Кажется, моя младшенькая зашвырнула садового гнома в соседские сливы цепелины. Опять. В общем, надеюсь, на каникулах свидимся. С любовью, Г. Сливы цепелины? Что-то знакомое. Младшенькая. Ну, угар. Это не младшенькая, случайно, не какая-то там Уизли. Не могу тебе сказать. Одна из родственников. Что-то просто я слышу про сливы цепелины, где-то рассказ у Уизли. Сливы цепелины, да, мы уже это, ну, фрукты такие. Нет, я имею в виду рассказ у Уизли уже слушал подобный, когда в Гарри Поттере был. Нет, в Гарри Поттере, может быть, в книге упоминалось, книги ты не читала, но вот как раз-таки про швыряние гномами, там, блин, когда Гарри попал к ним первый раз во второй части, это то, чем они занимались. Они брали гномов и вышвыривали их из сада. А, ну, окей. Причем вышвырнуть надо было гнома подальше, чтобы он не вернулся. Полюбас это у горгульи у тебя звякает. Чего? Профессор Геккот. После нашего разговора я обратился к знакомым гоблинам из Гринкотса. Все они осуждают действия Ранрока, а некоторые подозревают, что цель его действий совсем иная, нежели он заявляет. Судя по тому, как он относится к тем из сородичей, кто оказывается примкнуть к нему, я склонен согласиться с подобной оценкой. Буду держать вас в курсе. Тем временем необходимо сохранять бдительность. С уважением, Эзоп Шарп. Эзоп Шарп. Это получается здесь комната преподавателя прямо на этом этаже? Ну да, этаже? Тут прям, видимо, преподаватели именно все. Именно жилые. Хотя мы опять же были в комнате этой. Там, видимо, такие Нати. Преподаватели. Ё-моё. Опансон. Вот и горгулья. Вот она. Нужно сказать ей пароль. А подожди. Потолок. Это где-то Ривелю внизу. Ривелю сделай. И смотри, куда-то в потолок.
Нет, это где-то... Нет. Не оно. Вот не она, случайно? Где? Нет. Не похоже. А, нихера себе, блин. Что-то она далековато так. Пошли, бабочка. Иди. Опа, сон. Вот она. Я тебе говорю, у горгульи. Горгулья у кабинета директора. Лестницу, ведущую в кабинет директора, охраняет заколдованная горгулья, которую впускают только те, кто знает пароль. Хотя трудно себе представить хоть кого-нибудь, кто решился бы навестить нынешнего хозяина этого кабинета. Ладно. Еще где-то есть. Ого. Вот это замочек. Интересно. Ладно. Тужурпур. У нее не лучше получается. Вау. Ну беги. Вот так вот легко пройти к директору Хогвартса. Интересно, у всех ли благородных семей волшебников есть свой девиз? По-моему, да. Да тихо ты, говорит, мы спим. О. Алахамура. Что тут директор прячет под третьей алахамурой? Свое личное пространство. В своем кабинете, который закрывается на... Да. Пароль, на кодовый замок. Да. Ого. Ну заходи уже. Так где ты шумишь-то, ёпты? Блять. Ты понимаешь, у него стоит собственная голова. Ну он настолько ценит себя. Так где ты шумишь? Ты же где-то вот прям... Неужели где-то выше, блин? Дорогой Финиас, дети спрашивают, когда ты вернешься. Бельвина так вообще заводит речь об этом каждый день. За завтраком идутся, когда я напоминаю ей, что ты радеешь о качестве ее будущего образования. Сириус и Финиас почти не присылают мне слов, а когда и шлют, не пишут о тебе. Но я уверена, они гордятся тобой и тем, что ты делаешь для Хогвартса. Когда твой отец директор школы, это огромная честь. Сигнус... уже ползает, и он вовсюду, и он всюду следует за Арктуром, блять. А того это раздражает. Дай мне, Мерлин, сил. Арктур выпрашивает у меня зелье невидимости. Честно говоря, я могу его понять. Я бы, наверное, даже сварила ему это зелье, если бы мне не пришлось потом сносить хныканье Сигнуса. Может быть, мы увидим тебя на следующих каникулах, но если не получится, ничего страшного, переживем. Урсула. Сириус. Нихуя себе у детей там. А Сириус Блэк это тот Сириус Блэк или это какой-то другой? Это семейство Блэк, это не тот Сириус Блэк, нет, это слишком заранее. Значит, Сириуса назвали в честь другого Сириуса. Да, так у них же кочуют имена от поколения к поколению. Успокойся уже, давай. А, блин, ну где-то есть там. Я не могу с этим поделать. Так, тут что? Императорская. Там путь обратно. Подожди, это... А, это горгулья. Ну, пойдем наверх, чё. It's good to see you. Значит, профессор Фикс не предусмотрел. И что теперь? Approach the pedestal in the antechamber. Подойдите к пьедесталу в прихожей, прочтите книгу, которая появится. А что там? И что же я найду в этой книге? История. Это все, что я могу сказать. Возможно, часть покажется вам знакомой, поскольку я вдохновилась сказкой, известной многим детям волшебников. Ладно. Мне кажется, просто прочесть книгу недостаточно. Вы не ошибаетесь. Поговорим, когда вы закончите. Читать книгу не хочу пока. Все это время была у директора под носом? Кто? Вон.
Ну так тут миллиард полторы портретов. Ну да. Чек из аптеки, зелье от прыщей, один пузырек. Понятно. Вот же записка. Чек, средство для укрепления волос, воск для усов, помада для волос из Бундимуна, расческа с жемчужной ручкой, чесалка для спины с золотой ручкой, доксицит. Уплачена лишь малая часть суммы, не забыть направить счет в министерство. Ну ладно, но это очень надо. О, этот омут памяти. Для поддержания вида. Должно быть, это и есть пьедестал. О, книжка. О, книжка, да. Ох ты ж, почитали сказки. Опять отсылка к Гарри Поттеру, к дневнику Томаса Реддла. Почитали сказок. Да. Ну, сказка, скорее всего, это какая-то из сказок Барда Бидля. Наверняка. Где? Нихуя себе! Профессор Фиджеральд, вы слышите меня? Я здесь, в этом месте. Ты можешь называть меня Ниф. Твоему взору предстанет старая легенда. Но будь внимательнее. Порой что-то может быть не тем, чем кажется. О, я знаю этот мост. Поспеши, но соблюдай. Это братья к Дарал Смерти. Используй то, что тебе попадется, чтобы найти меня. Я, наверное, читал эту сказку Барда Бидля. Да, ее рассказывали и в фильме, и в книге. Будем собирать Дары Смерти? Да, наверное. Ладно. Ой, как красиво-то, а, ё-моё. Что ж. Карандашиком все нарисовано. Да, прикольно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорой встречи в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока.